кусал за нос. И бледный висел месяц, сбился я в лесу с пути, дернул черт меня на ночь по дрова пойти. Мог бы дождаться света дня. Там за спиной где-то воют волки и гудит сова. Неужели так бесславно и закончится жизнь моя? Но вдруг вижу вдалеке старая корчма, пляшет свет в ее окошке, дымом пыхтит ее труна. Рады любому гостю, недовольным здесь еще домой никто ни разу не ушел. Эй, йоу, эй, йоу. Подойдя, прижался я к мутному окну. Интересная картина приоткрылась взору моему. Танцевали бабы на столе, смеялись мужики. Но голос мне внутри шепнул: к двери лучше не идти. Стекло протерев, я увидел, что лежали на столе человеческие кости, а глаза людей светились во тьме. Вдруг меня схватили силой, затащили в дом. И с тех пор встречать гостей заблудших у дверей я обречен. Огонек, путник, заходи погреть руки, для тебя готово все от холода, голода и скуки. Ничего просим, рады любому гостю, недовольным здесь еще домой никто ни разу не ушел. Эй, йоу, йоу. Можешь бояться, можешь кусаться, можешь прятаться или бежать. Но хочешь, не хочешь, тебя мы заставим силу нечистую уважать. Просим рад.